Мне переодеваться делать. Скажи, пожалуйста, как сегодня сыграет команда «Бронепоезд»? Хорошо сыграет, настрой хороший. Да? Для них важна поддержка или нет? Конечно, важно. Кто-то кто-то не было здесь, если бы было не важно. Кто сегодня забьет из ребят? Если бы каждый по голову, было вообще замечательно. Да. Вы обещаете, что вы будете поддерживать там криками, когда они будут забивать или нет? Или сильно холодно? Конечно, будем. Да? И криками, и криками. Уже кто лучший игрок? Постоянные здесь о чем-то говорит. Ага. Я понял. Кто лучший игрок «Бронепоезда»? Честно говоря, не знаю. Все одинаковые? Ну, думаю, да. Вот, наконец-то, команда Capital Wolves-Salute сегодня что сделала? Порвала! Порвала соперника просто своего! Просто был голкипер в этот раз хороший. Ничего себе, расскажите, как у вас это получилось? Возможно, потому что грязь, но может мы научились наконец-то играть. Ага. Поставили нового вратаря, думаю, это сыграло роль. Играли в составе, который полный наш основной, и это помогло нам. То есть вам необходима грязь вообще для успеха? Грязь, да, это наша природа. Вы грязные, да, да, да. Солнце и не надо. Есть грязные танцы, есть грязный футбол в исполнении команды Capital Wolves. Да, мы придерживаемся грязного футбола. Ага, да. Понятно. Как был забит самый лучший гол в этом матче? Да, с наката Женя, наш защитник, подключился и лупанул штангу от штанги в ворота. Очень красивый гол. Что тактика на игру выполнена? Тактика уже первый на игру, гол. Подождите, мы как бы только начали еще, только начали. Тактика на игру отработана на тренировках и теперь попытаемся воплотить в жизнь. Что необходимо? Необходимо удерживать. Необходимый боевой настрой имеется и удерживать счет мы не собираемся. Пожалуйста, как так получилось, что Егор, который постоянно на воротах, сегодня отдал свою позицию? Ну, Егор, который постоянно на воротах, мы открыли в нем новый талант. Он теперь неплохо играет в поле. Посмотрите, как уверенно он играет в защите. Накрывает. То есть к концу сезона еще и в нападении может оказаться? К концу сезона будет лучшим бомбардиром лиги. Никто в этом не сомневался. Что Антон слабо прыгает? На тренировочках потяните. Ну, он чуть-чуть просто вчера расстроился. Отлично, лёд! Жень, скажи, что, расстроены или что? Да. Что случилось, проиграли? Да ничего. Гулянка хорошая. Проиграли? Да. С большим счетом? 5-2. 5-2. Что не хватило для победы? Капитана. Силовой борьбы. Силовой борьбы? Да, и не хватало еще. Ты забил сегодня? Да. Расскажи, как был забит мяч? Воробей подал с углового, я головой ногу просто вставил и все. Понятно. Оля, разверни сейчас. Ну зачем тормозить? Центр, центр. Хорошо. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Справа, Миша. Посмотри. Мешай! Еще играй! Побежал уже. Давай, 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 давай. Нагружай. Давай, стой. Хорошо. Как прокомментируешь игру? По твоему мнению, второй тайм как начался? Начался с контратак красных и атак, бесполезных атак в манишках, ребят. Почему? Потому что там один выбивон и все. Ну, а на выбивание ребята играют. Если бы пас играли, было бы классно. У них есть такие люди, которые пас могут играть. Но паса не хватает. Поярче сейчас кто выглядит? Поярче все-таки в манишках.
Манишка. Да. Манишки. Вот так, Калин. Хорош, хорош. Хорош, Миха. Леви, леви. Вот. Пошел. Да, право, право. Посмотри центр. Отрадный начал играть очень хорошую игру, начали пас, первый гол тому подтверждение. Леша, борьба на правом фланге. Тебе понравился первый гол или нет? Красиво был? Да, он на опережение сыграл нападающий, защитника опередил, забил гол, все правильно. Ваш бывший игрок поучаствовал в этом? Он участвует во всей игре, он просто классно, сейчас увидите, я думаю... Сейчас, он самый высокий в этой команде, сейчас его увидите. Выбивает. Это второй наш игрок, он немножко не удался, но все же тоже не очень, неплохой. Мы не сумели их удержать в нашей команде, и поэтому они ушли. Им предложили более выгодный контракт. Вот он, Рувим с мячом. Рувим, когда мы играем на школе, он не пасуется в этой команде, мы видим, что он иногда пасы отдает. Сейчас Агелов должен есть его. Нет. Чоколов потеряет мяч. Все, Рувик надежно. Ай, хороший закидон был. Все-таки отрадному не мешает играть, не мешало бы поиграть немножко через центр пас. У них неплохо это выходит, но почему-то не дают на дальнего. Сейчас мы видим, готовится у Чокловки войти в легионеров, главный. И думаю, прибавится работа защитников отрадного. Аут. На фланге правом проход. Ай. Аут в пользу Чокловки. Нет. Отрадный все-таки. В центре должен кто-то открыться сейчас. В центре. Рувику не дают. Ай, сейчас может быть контратака. Передача. Гела! Ну, такое редко бывает. Вратарь хорош спас. Вот Гела, а? Вот, Гела, отлично! Сейчас. Ай-яй-яй, ударил же. Все надежно, тут все спокойно. Готовится замена, думаю, сейчас в команде еще около. Рувим проходит по левому флангу. Рувим должен сместиться и пробить. Но тянет Рувим. Рувим, что в чем дело? Рувим, бей! Бей! Бал! О!